Такер. Ну, в общем, я о чем? Такер, лагерь Hot Springs. Вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки Мэрион Форкс. Дик, я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Hungry Jim's. Это блинная у восточного моста. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такую. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты, главное, доставь девчонку ко мне. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки доставили. Может, тебе что-то пригодится. Буду иметь в виду. Конец связи. Дик, на связи? Скучно было. Я подумал, смастерю-ка что-нибудь. Заскочи, как сможешь. Тебе понравится. Бухарь, спасибо. Да, я заеду, как смогу. Отбой. Вот так. Такер, я на месте. Да, похоже, Лимбо с приятелями здесь уютненько устроились, прямо как дома. Ты говорила, у него лицо в шрамах. Еще приметы есть? Он ходит в зеленой куртке, как долбанный лепрекон. Принеси мне его монтировку, Сен-Джон. И желательно, чтобы на ней была кровь с его скотской рожи. Я понял тебя. Отбой. Там люди! Один убит!
Железный зуб еще при тебе, да? Лучше, чем ничего.
Снайпер на дороге, твою мать! Нарочно! Черт! Один убит! Получи! Стрелять по мне, паскуда! Странный двигатель. Это поправимо. Порядок. Черт, бродяги, и у них пленник. Нет! Бандиты, эти гады меня замочат без вопросов. Thank you.
так не откроешь. Ты прячешься. Наверняка где-то здесь. Тебе нужна вода, значит, ты где-то у реки. Надо осмотреться. Отпечатки подошв. Детские, женские. Бухарь бы сразу определил. Наверняка она. Видимо, здесь она набирает воду. Да, ты сюда приходишь каждый день, так ведь? Но ходишь ты аккуратно и надолго не задерживаешься. Молодец. Не ходит, выбирается только ночью. Ночью тут фрики, зато ее труднее разглядеть. Долбаные упокоители, вы отсюда живыми не уйдете! Готовы тебя принять. Мы обрели свободу. Мы нашли выход. Мы единый разум. Иди к нам. Слейся с единым. Стой. Yeah.
Зажмите его! Возвращаюсь! Я ранен! Он здесь! Вперед! Он обретет свободу! Укрытие! Эй, ты что творишь? Мы укажем тебе! Я ранена! Ну же! Свобода! Тебе не уйти! Все закрыто наглухо. Как же она выбирается? Лестница, точно.
Давай. Сейчас мы вот так поставим. Ну ладно, где ты прячешься? Не пугайся, я тебя не трону. Ты одна? С тобой кто-нибудь есть? Ну, зашибись. Ладно. Это твоя комната? Классно тут у тебя. А это твое? Стойте! Лиза. Тихо. Это мое! Это за гимнастику. Я бы взяла первое место, но миссис Кинг жульничала. Лиза, ты слышала выстрелы? Здесь опасно. Я была в школе, а мама позвонила и сказала, чтобы я сразу шла домой, и что они будут ждать меня здесь, что мы уедем вместе и... Я пришла, а тут записка, что они ушли с какими-то людьми. Я не знала, что делать. Я тут спряталась. Я не знала, что делать. Успокойся, тихо, тихо. Лиза, недалеко отсюда есть лагерь. И ты должна туда со мной пойти. Нет. Там есть люди, которых я знаю. Это, не буду врать, это трудовой лагерь. Чтобы есть, придется работать. Но хоть с голоду не умрешь. Что? Нет, я буду ждать маму здесь. Подожди, это твоя мама? Домой она не пришла. Так? Ну, может быть, она в лагере? Мама? В том лагере? Ждет. Конечно, ждет. Ну, иди за мной. Люди с оружием. Они еще там? Нет, на этот счет не волнуйся. Вы их убили? Нет, куча больных. Держись со мной. Находиться.
О, нет. Ладно, садись. Надо уезжать. Я даже не знаю. Слушай меня, нам пора. Ладно. Эй, а как вас зовут? Дикон. Меня зовут Дикон. Лиза. Лиза, слушай, а как ты продержалась тут одна столько времени? Ты очень разговорчива, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Ясно. Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Белнап Крейтер, Лава Флоу, Блэк Крейтер. Везде были.
Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. Черт, в тоннеле кто-то есть. Что? Слушай меня, те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Привет. Да. Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу, поняла? Да, хорошо. Ну ладно, уж. Тесни его! Его подстрелили! Он бьет наших! Назад, назад! Возвращаюсь! Огонь! Ты чего-то разбегался? Он там засел! Вперед! Лиза! Слышишь? Выходи, уже все! Давай, садись. Все нормально? Да, да. Я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Я задам тебе один вопрос, Лиза. И, пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну, там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет. Пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или они были в форме, как военные? Как военные. Но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Чешутское ополчение вроде. Не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы запомнил. Томми? Томми Стрикленд. Мой лучший друг. Но он ушел. Спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я... Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода, оружие. Все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой. Но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Ну вот, приехали. Ты только держись рядом. Хорошо.
И кто у нас тут? Миссис Такер! О, Господи! Лиза, милая! А, не бойся, теперь ты дома. Мама с папой, все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, все заболели. Ничего, теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Элкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней. Не надо, я помягче. Сама разберусь. Не, послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик. Нашел этого ублюдка. Ага, вот его монтировка. Все, как ты просила. Молодец. Дик, в таких делах я всегда рассчитываю только на тебя. Слушай, я понятия не имею, куда вы с Бухарем свалили, но я рада тебя видеть. Мы недалеко, Такер. Если что, ты знаешь, как меня найти. Иди к Элкаю, я переведу кредиты. За байком пришел? Да я просто смотрю. О, сейчас открою. Привет. Ну, как смотрю, там жизнь? У тебя тут даже уши есть. Привет. Бухарь сказал, да. Вы типа собрались рвануть на север. Да, точно. Как только все снаряжение соберем, двинем отсюда. А тот Такер что-то мне уже на нервы действует. Черт. Мы все будем по тебе скучать. Ну, а я по вам не буду. Как хочешь. Не пропадай. Как жизнь? Привет, как дела? А когда-нибудь топлива вообще не останется. Пока. Как жизнь? Что? Ну, как жизнь? Что интересует?
Тебе еще что-нибудь нужно? Спасибо. Чем еще могу помочь? Хорошая пушка. Для одища что надо. Да, это я могу улучшить. Что за хрень? Работай давай. Эй, за работу. Ну, ладно. Ладно. Эй, что тебе нужно? Ну, как жизнь?